Возможность поучаствовать в зарядке под руководством настоящих полицейских была встречена юными смолянами с восторгом и энтузиазмом. Спортивное мероприятие началось с разминки, которую провели сотрудники отряда специального назначения «Гром». Комплекс специальной гимнастики вместе с ребятами выполнили неоднократные призеры и победители всероссийских международных турниров, кандидаты в мастера спорта по вольной борьбе. Затем стражи правопорядка продемонстрировали свое мастерство в боевых приемах борьбы и показали основные принципы самозащиты. Среди детей нашлось много желающих повторить несколько приемов под чутким руководством полицейских. Под звуки зажигательной музыки взрослые и дети поучаствовали во флешмобе, повторяя одновременно ритмичные движения физических упражнений. А хорошенько подразмявшись, ребята разделились на две команды и приняли участие в веселой эстафете. А самые маленькие участники мероприятия нарисовали на асфальте различные виды спорта. Рисовал мелками. Вот. Это приемы как бы легкие учила. Мне понравились эстафеты и как делали зарядку. Все дети, участники спортивного мероприятия, получили сладкие подарки. Завершился праздник познавательной беседой. Ребята задали стражам порядка интересующие их вопросы, на которые, естественно, получили исчерпывающие ответы.